город Нордхаузен, Тюрингия. Кладбище, где похоронены 1600 узников концлагеря Дора-Миттельбау вблизи Нордхаузена. Сейчас, ребята, посмотрим интересную братскую могилу. А интересна она тем, что выполнена с архитектурной точки зрения в форме Московского Кремля. Сейчас подойдем поближе. Спасская башня и солдат с девочкой. Сейчас зум включу. Как-то так, ребята. Московский Кремль. Спасская башня. На могилках частично сохранились инициалы узников. Комплекс ухоженный, не считая Спасскую башню. Напомню, что Тюрингия была оккупирована советскими войсками и называлась ГДР. А это, ребята, уже новый комплекс, выполнен в форме треугольника. Здесь надпись на четырех языках. Имена и фамилии узников. Пусть это кладбище будет достойным местом вечного покоя всем погребенным здесь жертвам концентрационного лагеря. Казарма Белька, концлагерь Дора. Напомню, что город Нордхаузен был разрушен во время войны на 60%, а в некоторых источниках указано на 70%.